Девчонки, всем огромный привет! Сегодня я буду делать видео-обзор покупок для моей дочери, поэтому я буду снимать сегодня в ее комнате. Я уже как-то один раз делала видео в ее комнате, но сейчас как раз это будет по теме. Так, что хочу вам рассказать. Вы знаете, я уже делала покупки для себя на AliExpress, на BindCoins, на SheinSight, то есть на китайских онлайн-сайтах. В принципе, качество мне пока попадалось все отличное. Свою одежду я еще не снимала, но я сниму обязательно, потому что я сейчас жду свет, когда мне придет, потому что у меня в квартире не очень хороший свет. Так, ну давайте начнем. Так, первое, что я хочу вам показать, это... Давайте я начну с обуви, наверное. Это пришли вот тапочки, я их заказывала, в виде мишек. Они очень теплые. Я их заказала с китайского сайта, потому что мне нужно было подобрать ей размер. Я их здесь покупала, но они большие, то есть она с них выпадает и не может ходить абсолютно. Ну, то есть я не думаю, что их привозят, опять же, не из Китая, но все же... Так, вот, я нашла вот такие в виде мишек. Вот мишка здесь у меня, по-моему, они есть с разными животными, то есть разные вот здесь вот мордочки. Я взяла такой более темный цвет, темно-синий, потому что, ну, то есть ребенок, понятно, что будет сильно-сильно пачкать. И здесь вот что мне понравилось, что здесь есть такая резинка, то есть когда нога... заходит туда, вот здесь вот как задник будет держать и не падает. Размер, смотрите, у меня написано 28-29 европейский. На самом деле она носит европейский размер 22-23, какую-то вот на сейчас вот именно обувь, которую я беру. Но у них хорошо линейка идет по сантиметрам, можно сопоставить. И я измерила ее обувь, я нарисовала на листочке ее ногу, посчитала, сколько сантиметров, прибавила то, что они предлагают прибавить, там, 1 или 2 сантиметра, но я, по-моему, прибавила 2 сантиметра, потому что я думаю, что если одевать носками, ну, чтобы более-менее оставалось еще место. И как раз у нее ножка заканчивается вот здесь, то есть еще ей сантиметр или полтора остается в запасе. Но резинка держит, и это замечательно. Мы очень-очень довольны этими тапочками. Они очень мягкие, они очень теплые. И подошва не такая, не сделана не из материала, а вот как прорезиненная. То есть, ну, как настоящие взрослые тапочки. Вот это ее первая покупка в этом году. То есть я до этого ей брала что-то, ну, такое, какие-то аксессуары, то есть какую-то мелочь. А вот именно одежду я в этом году только первый раз взяла. Следующие пришли у меня, так, сейчас достану, пришли у меня вот такие зимние кроссовки, она в них уже успела походить несколько раз, я от нее их прячу, потому что она дома одевает обувь и ходит дома в обуви, я не знаю почему, у нее какая-то болезнь, и взяла ей вот эти вот кроссовки зимние, все ссылки я вам оставлю, они... Не помню, сколько точно стоят, но я оставлю ссылки, сколько, какая цена у них будет, посмотрите. Просто хочу сказать, что за 4 вещи, 2 верхние одежды и 2 пары обуви я заплатила 52 евро всего. Так, кроссовки вот такие белые, это не кожа, это кожзам. Подошва такая толстая, они зимние, на замочках, смотрите, вот так расстегивается, и внутри мех везде мех, тоже с размером точно так же, я все это измеряла линейкой, добавляла сантиметров, оставляла сколько нужно для носка на всякий случай, и с расчетом того, что вот сейчас, смотрите, у нас декабрь, они пришли, и чтобы она смогла носить и январь, и февраль. Ну, может быть, февраль, если будет еще прохладно. Так вот, с размером я угадала. Она в них уже ходила, она их уже даже, по-моему, разрисовала немного своими карандашами. Но я их прячу, я их не даю в ее досягаемости. И подошва вот такая вот.
То есть очень-очень удачная покупка. Так, и далее я приобрела для дочери вот такие вот сапожки. А, здесь лев. Да, по-моему, какой-то лев, вот как аппликация. Не аппликация, а выбита. А, вот такие железячки декоративные. А, написано, что дизайн корейский. Здесь мех, натуральный мех кролика. И идут они на замочки. Размер 24, так же, как и кроссовки, вот эти 24 размер, ну, подошли, да. Вот эти, кстати, сапожки, они тоже 24 размер, но они, смотрите, они чуть-чуть побольше, буквально на, не знаю, на сантиметр они побольше, чем кроссовки. Но это, в принципе, правильно, потому что сапожки, они все равно вот здесь будут держать ногу. И если одеть носок, то они очень-очень хорошо сядут на ногу. Они сейчас буквально, не знаю, может быть, на полразмера ей большие, даже вот если одеть носки. Но если носки уже потолще, если одеваешь, то уже, я думаю, будет как раз. Но опять же, пока она их не носила, у нас еще погода, в принципе, нормально, можно и в кроссовках походить. Но через месяц, я думаю, она их уже оденет. И внутри здесь, смотрите, точно так же мех. Он не натуральный, он такой же, как и в кроссовках. В принципе, она с таким же мехом ходила в сапожках и в том году. На сейчас вот то, что я заказала из китайского сайта, я просто не вижу смысла покупать у нас в городе такие же сапожки, такие же кроссовки. Они просто у нас стоят в разы дороже в магазинах. И дети вырастают очень быстро, поэтому я решила все-таки брать дешевле, потому что, чтобы потом не жалко было, что да, она поносила там, не знаю, месяц или пару недель, смотря сколько раз она их оденет, чтобы не жалко было этих денег. Потому что у нас такое случалось, и не раз, что мы берем какую-то дорогую обувь кожаную, и она одевает пару раз, особенно что касается лета, в ноге жарко, допустим, а летом предпочитает в сланцах ходить, и все, обувь пропадает у нас. То есть я мешками ее просто уношу в кладовку. Так вот, пока еще не могу сказать, мы их не носили, дома мерили, очень-очень красиво, стильно смотрится, особенно с пальто. Вообще супер, я советую. Качество отличное, нигде ничего не торчит. Все швы, все сделано замечательно. Такая резиновая толстая подошва. Так, и следующее, давайте я перейду уже к верхней одежде. Я заказала вот такой пуховичок. Так, вот видно его. А здесь капюшон идет, как в виде цветочка, с такими разноцветными лепестками. Здесь, кстати, была какая-то аппликация, как значок, не знаю, но она его уже оторвала. Потому что он был не пришит, а приклеен, но она его уже оторвала. Потому что тоже уже несколько раз одевала эту курточку. А рукава такие с таким подкладом, гладким, я не знаю, что это за материал. А внутри, где само тело, внутри вот такой мех, как, знаете, мех такой, как вот мягкие игрушки делают, шьют из которого. Ну, она такая достаточно плотная, то есть для нашей зимы будет замечательно. Но если в России, то есть если где-то в странах, в городах, где холодно, я не знаю, возможно, пойдет, потому что она такая дута и под низ, то есть она не в обтяжку. Под низ можно одевать какую-то теплую кофту, свитерок, и тогда, да, я думаю, достаточно этого будет, потому что она сама такая мягкая, и с мехом. А мех вот такой, он, в принципе, как держит тепло. Так, вот так она выглядит, кармашки на клепках, и вот сзади как она выглядит. Так, и размер, какой я брала, размер я брала, написано 11, но вообще на сайте я когда проверяла размеры, это шло на 4-5 лет, но я взяла, потому что опять же я смерила с ее одеждой, которая у нее есть верхняя, я посмотрела по сантиметрам и выбрала, то есть
Все хорошо, идеально подошло. Единственное, немножко длинноваты рукава на сейчас. То есть, я думаю, на следующий год она тоже сможет носить, потому что она худенькая. Но рукава будут уже лучше. Сейчас я просто вот единственное, что вот так вот немножко подворачиваю. Но смотрится все равно очень красиво. И следующую вещь, которую я и взяла, это вот такое пальтишко, вот такая шубка. Так, видно? А с капюшоном, мех искусственный. Кстати, здесь мех на капюшоне, он такой же, как и на ее сером пальто, которое я брала с Зары. Такой же, в принципе, мех, только в Заре он чуть-чуть как бы попышнее. Ну, здесь, в принципе, я довольна ею. И мех искусственный, тоже рукава немного длинные, то есть и на следующий год тоже пойдет. Идет вот такой маленький ремешок с цветочком. Вот здесь он застегивается. А сзади сделано в виде как оборка такая, как юбочка сделана немного. То есть, видите, как воланами. И внутри обычный подклад. И, кстати, какое-то утепление еще внутри есть. То есть я чувствую, что там что-то еще, как вот, я не знаю, как синтепон, не синтепон, то есть какая-то прокладка еще там есть. Идет пальтишко на замке, еще не одевали, еще даже этикетка висит, на замке и вот с такими застежками. Пришла, когда, кстати, вот пуховичок, он не пах абсолютно, обувь не пахла ничем, ни резиной, ничем, а шубка, когда пришла, она немного пахла. Ну, не знаю, знаете, как бы таким искусственным мехом, но я ее оставила на неделю, наверное, повесила вот на шкаф здесь на ручку и открывала периодически балкон, и, то есть, воздух поступал, и она проветрилась у меня. Сейчас абсолютно никакого запаха нет. Так вот, что хочу сказать. Вот это пальто, вот эта куртка, вот эти сапожки и кроссовки, вот эти четыре вещи у меня обошлись 52 евро. Тапочки я не считала вместе, потому что я делала это отдельный заказ. Тапочки, по-моему, стоят тоже евро 2 или 3, я не помню точно. Вот что хочу сказать, что на 52 евро я заказала столько много вещей и таких хороших вещей на зиму, и которые у меня еще причем верхняя одежда останется еще и на следующий год. Это экономия у меня получилась в 10 раз по сравнению с одной вещью, которую я купила бы в Заре. Например, мы брали в Заре пальто, стоило оно 50 евро, одно маленькое пальто. Да, мы его поносим в этом году, на следующий год я не уверена, потому что по длине оно будет уже короткое, как мне кажется, рукава, да, может быть нормально, то есть на следующий год я не уверена насчет пальто, и поэтому я думала, что надо ей какой-то взять пуховичок, я даже присмотрела, но опять же они стоят 30, 40, 50 евро, и я все-таки не решилась, потому что я не вижу смысла ребенку брать столько много одежды за такие цены, и то есть я решила взять ей, чтобы у нее было больше разнообразия в одежде. И качеством мы очень-очень довольны. Так что я смогу посоветовать, потому что я своему ребенку тоже плохое ничего не куплю. И качество, да, гарантированно хорошее. Все, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылочки будут внизу. Пока-пока. Всем люблю.